Всем привет, дорогие друзья, с вами Сайрекс и Костя. К нам еще скоро присоединится Санек, и в этом влоге будет очень весело. Итак, поехали. Идем записывать трек. Вот так. Вы все увидите через пару. Джонни Ко. Пика-пика-пика. Я мой любимый покемон. Как его зовут? Пика-пика-пикачу! Я же вижу, что ты та, что так хочет показать всю себя и меня. Ну, ребят, мы только что записали трек, очень уставшие, но вроде бы получилось прикольно. Потом зацените у меня и у Турала на страничке ВКонтакте. Всем удачи. Не, подожди, ты знаешь, в чем фишка? Какая, типа, ты сказал то, что мы, типа, будем уставшие. Ну, почти ничего не надо было говорить. Да пофиги. А, да ладно. Не, мы-то уставшие, потому что, да. Ну, я записывал еще, у меня там много... Да. Я уставший, потому что я задрался с ним фоткаться. И как-то так получилось, что там свет мы не могли нормально подобрать. Привет, ребята, меня зовут Темпост, и сегодня я хочу вам рассказать о 20 новеньких лайфхаках. Всем привет, ребят, с вами Темпост, и сегодня я хочу вам рассказать о совершенно... Нет, о 20 совершенно новеньких лайфхаках в игре Pokemon Go. Итак, как вы поняли, Денис снимает видос. Это выглядит примерно вот так. Эти два софтбокса жарят просто меня. Вы просто посмотрите, где находится у него микрофон. Он может любую минуту, понимаете, упасть. Просто упасть. Сегодня я вам расскажу. Привет, ребята, меня зовут Темпост, и сегодня я расскажу вам о 20... Блять, если я показал 5, так они сейчас 20 показывают. Что у нас? Типичные проблемы видеоблогеров. Ну, я в прошлом видео, помнишь, я в прошлом видео показывал? А, нет, смотри, показывай двумя руками два раза. Не, не варик вообще. Нормально, типа, пух-пух. По лицу сразу. От 20 лайфхаков. 20, знаешь, вот так, от 20 лайфхаков. Классно. Привет, ребята, меня зовут Темпост, и я не так показал руками. Ага, найс. Привет, ребята, меня зовут Темпост, и сегодня я расскажу вам о 20... Темпост, и сегодня я расскажу вам о 20 совершенно новеньких лайфхаках в игре Pokemon Go. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь если вы хотите поймать всех покемонов, то они вам понадобятся. А, не так вообще. Че, все плохо? Да. Эти лайфхаки... Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь эти лайфхаки вам понадобятся, если вы хотите... Блять. Если вы хотите, то идите. Йоу-йоу-йоу, ребят, сейчас четверг и, короче, ночь, и мы с Денисом Темпостом ловим покемонов на великах. Используем все лайфхаки. Только что захватили арену около Ленина. Да. Короче, ее тупо никто не отхватит, ребята. Мы там таких топовых покемонов это поставили. Еще, короче, мне сейчас выпали два яйца по 10 километров. Мне ничего не выпадает, ничего не выпадает, ничего. Жизнь боль, когда яйца не выпадают. И мне такие там топовые покемоны попались. Вообще капец. Вообще обида, мне обида. Да, вот так. Ребят, короче, тут такое происшествие случилось. Дися, не бомби. Короче, вот мы ловим покемонов, значит, активировали всякие модули. И, короче, посмотрите, что у Диси в колесе. Вам как? Будет... Вопрос. Это гвоздь. Как, блять, он туда попал? Это гвоздь. Вы прикиньте, смотрите на его шину. Все. Просто, просто все. Как он туда попал? Я, блять, не понимаю просто. Это у меня просто ни слов. Классно съездили в город и поймали покемонов, да. Вот такой влог сегодня вышел, ребят. Не судите строго, я буду его монтировать на айфоне. Посмотрим, как получится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.